До чего же в этом потустороннем мире тоскливо? Хотя, странно было бы ждать чего-то другого. Ты это слышал? Да, как будто вода шумит. Больница? Следующий осмотр на 6-м месяце. Приходите, посмотрим, как протекает беременность. Похоже на воспоминания. Чьи они? У вас будет девочка. Скоро у тебя появится сестренка. Надо же, какая ты художница, Мари! Вот ты прибралась, Мари. Какая умница. Спасибо. Это что, мои воспоминания? Если в школе вдруг что-нибудь случится, сразу скажи мне, хорошо? Хорошо. Что это? У начальной школы, в которую мы ходили. Меня позвали гулять, а тебе туда нельзя. Иди домой и делай уроки, поняла? Это наши с Мари воспоминания. А эта девочка, она же твоя сестра, правильно? Да, и что? Так позвал бы ее к нам. Нет, с ней говорить-то не о чем. Забей ты! Мы уже час выбираем. Ну, в смысле забей? У мамы с папой вообще-то годовщина свадьбы. Я хочу купить им парные подарки. Надо же, неужели она все это помнит? Мама сказала, что можно не убираться, если не хочешь. Просто занимайся своими делами. Угу.
Все люди устают. Не надо делать из этого трагедию. Помню эту Юкату. Ага. Она мамина. Хорошо, что сегодня солнечно. Да, давно мы вместе не ходили на фестивале. Блин. Не отворачивайся. Слышишь? У нас с тобой начинается новая жизнь. Ага, как-то так. Интересно, сколько еще раз нам придется начинать новую жизнь? Мы не начинаем ничего, если подумать. Просто падаем куда-то в темноту. Такое ощущение, что до конца я могу и не дойти. Не бойся, ты справишься. Сколько нам еще падать? Сколько мы еще выдержим? Не отворачивайся! Ты же хотел узнать, что она чувствует. За что мне это? Почему во всем Токио? Во всем этом мире? Почему только я продолжаю падать? Если мне суждено упасть, проще прыгнуть самой. Акито! Не переживай за меня. Нужно найти Мари. Все верно. Ты должен ее защитить. Да. Хватит убегать.
Интересно, куда мы выйдем? Вот оно. Да. Он там. Вместе с твоей сестрой. Ты готов? Какая жалость! Вы так и не поняли, какой чудесный путь уготован вашим близким. Я хочу поговорить с Мари. Ты мне не помешаешь! Да, боюсь, не выйдет. Говорить ей больше не о чем. Не смей! Последний шаг. Пусть время застынет. Что происходит? Это все она? Нет! Церемонию нужно завершить! Акито, спасибо, что пришел за мной.
Прости. Я хотел попросить прощения. Да, я знаю. Вот почему я здесь. Ты не виноват. Я пошла за ним. Единственное, что осталось от мамы с папой. Я не хотела, чтобы он сгорел. Мари. Акито. Живи. Я так рада, что теперь ты знаешь. Я не ошибался. Два мира объединились. Души всех людей будут вызволены из смертных тюрем и очистятся. Тогда ко мне наконец-то вернется моя семья. Мы будем жить там, где вечный рай. А горе и потерь не бывает. Покончить с ним, Акито. Да. Здесь его путь окончен. Почему вы идете против меня? Зачем вы вмешиваетесь? И вы тоже должны стать одним целым. Кто захочет становиться с тобой одним целым? Thank you.
Отлично! Вытаскивай! Хватит с нас внезапных расставаний! Хватит с нас этих бесконечных смертей! Вы только один! Ты бред. Съехал с катушек после того, как связался с загробным миром. Так себе достижение науки. Почему? Как вы не понимаете, что я хочу вас всех спасти? Все станут единым! Жаль тебя расстраивать, но мы уже и так делим это тело вдвоем. И знаешь, несмотря на все, жить можно. Главное уважать друг друга. Верно, напарник? Точно. А вы так уцепились за свою идею, что на других вам плевать. Yeah.
души здесь были в плену. В плену? Значит, они... Да. Они лишь отделились от тел. И теперь вернутся к жизни. Все вернутся. Кроме Мари. Умер 10 декабря. Мама 9 июня. Я не забыл. Как иначе? Такое не забыть. Никогда. Я не буду больше прятать свою боль. Я буду жить. Даже когда... Не останется сил. Еще встретимся. Но только сначала я проживу счастливую жизнь. Ладно? На самом деле не так сложно быть искренним со своими близкими. Я думал, что ты так долго молчишь, а ты подколку придумывал. Можно тебя кое о чем попросить напоследок? Угу. Поговори с моей женой и сыном. Скажи им, что я боролся до самого конца. Скажу. Обещаю. Прости, что тебя гоняю. Ты и так из-за меня набегался. Я бы и сам поговорил с ними, если... Но я немного устал. Кей-кей. Больше не пускай в себя духов, Акито. Вряд ли попадется такой же симпатяга. Это точно. Такого, как ты, не всякий вытерпит. Скажи спасибо. Спасибо. Покойся с миром. Кей-кей.